Так, всем привет! Сегодня у нас опять две посылочки из Китая. Начнем, наверное, с самой большой, пока на сегодня, точнее, на эту минуту. Сейчас еще на почту пойду. Так, честно говоря, не знаю, что здесь. Вот это напрасно. Это очки. Вау. Прикольные, кстати, очки. За недорого заказывал. Такие вот очки. Прикольные. Сейчас я примерю их. И вам все покажу и расскажу. Не отключаемся. Классные очки. Очень мне понравились. Продавец упаковал очень хорошо. Отдельное спасибо, конечно, продавцу за такую упаковочку. Я даже ее, наверное, себе ставлю. Такая ванночка. Вот, продавцу, конечно же, респект выражу обязательно. Чтобы очки не разбились, чтобы ничего не сломалось. Вот, учитесь, продавцы, кто меня смотрит, на торговой площадке AliExpress. Вот так вот нужно запаковывать очки. И они никогда не повредятся. Сейчас их примерю, и вы все сами увидите.